Всем привет! Меня зовут Анна Бо, я художник. Мы сейчас находимся на ярмарке современного искусства Art Russia Fair, Москва, Гостиный двор. И я хочу познакомить вас со своей экспозицией. Я работаю в двух направлениях, и здесь я представила оба. Я являюсь основателем направления «Многогранная живопись». Здесь я представляю одну из своих работ, которая называется «В океане гор». Это тот самый редкий случай, когда вы можете воспринимать произведение искусства как целиком, так и по элементам. Многогранная живопись – это живопись-конструктор, живопись-трансформер, которая позволяет собирать и разбирать различные композиции. Второе мое направление – это космос, выше гор только космос. Здесь я представила работы, образы других планет. Я считаю, что человек, наблюдая за другими планетами, также задумывается о том, что наша планета Земля уникальна. У меня есть картины с технологией дополненной реальности AR. Они оживают, они озвучены диктором. И мы рассказываем вам интересные факты о космосе. С уважением, Анна Бо, annabo.ru.